Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам, как сделать бомбу. Вот такую. Кстати, с горящим фитилем. Итак, давайте посмотрим, что же нам понадобится для того, чтобы изготовить такую бомбу. В первую очередь, это калибратор. На калибратор я выставил калибр 20 см. Насос, ножницы. Один ШДМ 260 размера. Коричневого цвета, один ШДМ 360 размера, черный, три ШДМ 160 размера, красный, оранжевый, желтый. Понадобится 12-дюймовый круглый шар черного цвета, пленка Аракал. Также хочу вам сказать о том, что шарики, насос, да и калибратор я покупал в компании Браво. Это один из крупнейших поставщиков воздушных шаров и товаров для праздника. Ссылка на сайт компании будет указана в описании под этим видео. Итак, в первую очередь берем калибратор. Как я уже сказал, на нем выставляем калибр 20 см. Берем шарик и надуваем. Итак, после того, как мы надули шарик, мы его калибруем. После того, как мы его откалибровали, завязываем. Узелок стараемся завязать ближе к основанию шарика. Итак, друзья, давайте теперь сделаем горящий фитиль. Для фитиля я взял коричневый ШДМ 260 размера. Для пламени я буду использовать 3 ШДМ 160 размера. Красный, желтый, оранжевый. Значит, берем 3 шарика, отмеряем примерно на 3 пальца такой отрезок, далее сгибаем один раз, сгибаем второй раз, сгибаем третий раз и четвертый. Вот. Далее ножницами разрезаем вот таким образом. С одной стороны и также с другой. Далее делим на две части, ложим крест-накрест. Далее берем коричневый ШДМ и завязываем. Кончик отрезаем. Итак, смотрите, получилось вот такое вот пламя. Итак, смотрите, что мы делаем дальше. Дальше слегка нагнетаем воздух, прогоняем его. Фитиль, и на конце горит пламя. Далее завязываем, чтобы не выходил воздух. Ну что получилось. Можно отрезать ШДМ кусочек, чтобы он не был таким длинным. Все. Итак, далее берем ШДМ черный 360 размера, надуваем его. Привязываем к круглому шарику.
теперь проталкиваем вовнутрь. Удерживаем узел, перекручиваем и привязываем вот прям под узелком, привязываем петель. Черный шатен отрываем. Отрезаем ненужные кончики. Слегка проталкиваем узелок обратно в ШДМ. Итак, получилась вот такая бомба с горящим фитилем. Теперь нам остается взять оракал и вырезать череп с костями. И в дальнейшем наклеить на бомбу. Итак, друзья, смотрите, у меня получился вот такой вот череп и косточки. Теперь остается снять с защитной пленки и приклеить. Берем косточки. Ну, вот и все. Вот такая получилась бомба. Итак, друзья, оценивайте это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео. Также не забудьте вступить в мою группу ВКонтакте, ссылки все указаны в описании под этим видео. Все, до скорых встреч, пока-пока.